Команда МЧС на силовом троеборье впервые. Настрой у спортсменов позитивный. Здесь никто не собирается соперничать всерьез. А вот дружеское состязание как раз то, что нужно. Друг друга мы все тут знаем. Ну, как соперник. Ну, победить, конечно, хочется всем. Ну, проиграем. Ну, ничего страшного. Главное участие. И какое-то общее развитие. Получить спортивное настроение. Важным аспектом работы в силовых структурах является хорошая физическая форма. На соревнованиях же приветствуются спортсмены-универсалы, те, кто может с примерно равным успехом выступать в различных дисциплинах. Название «силовой троеборье» говорит само за себя. Участники соревнуются в перетягивании каната, подъеме гирь и подтягиваниях. В будущем организаторы планируют добавить еще одно состязание на выносливость, например, бег на 3 километра. После подтягиваний, на которых средний результат перевалил за 20 раз, представители команд УФСИН, судебных приставов, МЧС, Управления внутренних дел и спецназа перешли к гирям. На испытание отводилось 6 минут для каждого конкурсанта. Силовики-спортсмены выложились на полную. От этого зависит успех всей сборной. Сегодня мы запланировали, у нас традиционно это памятная грамота, медали «Динамо-Скину» и ценные подарки от спонсоров. Вот. У нас сегодня не личное первенство, а командное первенство. То есть будет выбираться чисто команда, которая состоит из 5 человек. Подобные многоборья не входят в традиционную спартакиаду. Однако успех таких спортивных состязаний может начать новую традицию товарищеских соревнований среди представителей силовых структур Тамбовской области. Александр Титов, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков. Область новостей.